Продолжаем выпуск. Материнский капитал в 2021 году увеличится на 3,7%. В рублях это почти 20 тысяч. После индексации выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля. До 156 тысяч вырастет и выплата на второго ребенка. Если семья не получила капитал на первенца, то при рождении второго малыша получит сразу 639 432 рубля. Программа материнского капитала будет действовать до конца 2026 года. Еще одно важное нововведение – сертификаты оформляются в автоматическом режиме. Сведения о том, что семья получает материнский капитал, будут на портале Пенсионного фонда либо на сайте Госуслуги.